До 1 апреля сланемчане обязаны предоставить налоговые декларации в случае, если они получили в прошлом году определенный вид дохода, какой, поясняет представитель налоговой. Тот, кто в течение 2023 года получил доходы от отчуждения транспортных средств более одного легкового автомобиля, автомобиля, технически допустимая масса которого превышает 3,5 тонны, автомобиля, число сидящих мест которого, помимо сидения водителя, превышает 8. Тот, кто за последние 5 лет продал более одной квартиры, гаража, машиноместа, дачи. Тот, кто получил подарки от физических лиц в денежной или другой форме на сумму, превышающую 9338 рублей, за исключением подарков от близких родственников. Тот, кто получал доходы из-за границы, исключением также являются близкие родственники. Примером доходов, полученных из-за границы или за границей, могут являться следующие доходы: от работы по найму, от продажи акций или иных ценных бумаг, от продажи долей в уставных иностранных организациях, в виде процентов по счетам в иностранных банках, а также полученные в дар от иностранных граждан. Как и когда подать декларацию? Декларацию можно подать на бумажном носителе, по почте, через онлайн-платформу и через мобильное приложение. Уплатить подоходный налог с физических лиц, исчисленный по декларации, граждане могут до 3 июня 2024 года. Также сообщаем, что в марте две рабочие субботы, 23 и 30 марта. Время работы с 9 до часа.